ЛРТ снова принимает гостей. Нашу редакцию посетили юнкоры детского телевидения из Жуковского. Ребята познакомились с сотрудниками телеканала, увидели, как создаются сюжеты, и даже почувствовали себя ведущими новостей. Как школьники справились с экспериментом, расскажет Луиза Егеазарян. Добрый день, дорогие наши юные коллеги. Я рада приветствовать вас на телеканале ЛРТ Люберецкое районное телевидение. Знакомство юных корреспондентов с телеканалом ЛРТ началось с главного редактора. В первую очередь Елена Кирсанова показала гостям редакцию, место, где рождаются идеи, тексты и верстки. Здесь лишь часть команды, остальные работают в полях. Когда я подготовила уже текстовый материал самого выпуска, я ухожу в студию, как я говорю своим коллегам, мычать, потому что я дальше продолжаю работать со своим голосом. К 12 часам я уже иду на студию, и там уже меня одевают, это в ухо, это микрофон, и мы уже настраиваемся на прямой эфир. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Однако, прежде чем попасть в студию, ребятам предстояло узнать, какую работу проделывает остальная часть сотрудников до выхода в прямой эфир. Это программный монитор, то есть тут исходная готовая картинка у меня видна. Можно монтировать и с одним монитором, просто это удобнее. Пока режиссеры монтажа собирают сюжеты к новостному выпуску, в аппаратное вещание идет подготовка к выходу в эфир. Гостеприимный редактор позволил ребятам заглянуть в так называемое сердце телеканала. Это программа для мониторинга состояния каналов, которые у нас демонстрируются, в общем-то, в эфире. Не только студия телевидения ЛРТ, мы еще и оператор связи. У нас много разных каналов. И вот здесь мы как раз видим те каналы, которые сейчас могут видеть наши зрители. Конечной точкой экскурсии по миру телевидения стала студия. Здесь ребята и примерили образ ведущего. Волнение имело место, но для первого раза юнкоры справились. 3, 2, 1. Вошли. В эфире новости. В студии Даниил Кирюшкин. Здравствуйте. Визит юнкоров на телеканал дал старт очередной 14-й медианедели Союза журналистов Подмосковья. В этом году она проходит с 14 по 18 сентября. Очень приятно, что нас пригласили. Очень интересные экскурсии, и для ребят очень полезно. Они уже увидели телевидение не просто где-то там через интернет, да, то, что мы им рассказываем, а именно работу изнутри увидели и вживую, как люди работают. Школа детского телевидения «Взлет» существует 3 года. На данный момент она объединяет 12 детей, которые заинтересованы в профессии журналиста. Визит на наш телеканал значительно пополнил копилку их медиазнаний. Я хочу, чтобы все телеканалы, в том числе телеканал «Люберец», снимали очень интересные истории, делали прекрасные выпуски. Поэтому всего вам самого наилучшего. Удачи. Луиза Егеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.